Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Я здороваюсь с каждым из вас. Virtus.pro впервые за 3,5 года не отобрались на мейджор. Последний раз такое происходило на мажоре в Маниле в 2016 году. Это стало просто шоком для всех фанатов команды. Тонны хейта, недовольства и возмущения свалилось на ВП, а особенно на новичков команды Сейва и Эпилептика. И в связи с этим канал Дотабургер решил найти 5 причин, почему у этого состава Virtus.pro есть будущее, а также почему они смогут добиться хороших результатов. И кстати, Эпилептика наконец подписали, и теперь он больше не стендин. А также почему Севу понравился апдейт с 5 курьерами, и как ему мешал раньше Томпсон. Вы можете посмотреть в новостном сообществе ВКонтакте и в Телеграме, ссылочка будет, конечно же, в описании. Первая причина – это стратегия. Видно, что Virtus.pro вкладывается в потенциал игроков, что удивительно для СНГ менталитета, где хотят результата здесь и сейчас. ВП идут отчасти по плану футбольного клуба Краснодар, где вкладываются в молодежь и на будущую перспективу, а сейчас это дает уже очень сочные плоды. Это очень долгая и кропотливая работа, которая требует четкой стратегии и, конечно, самого важного ресурса – времени. Алексей Солоберезин также подтверждает мои слова, цитирую: «Если бы мы хотели показать игру здесь, сейчас, то просто взяли бы опытных игроков, перед которыми можно поставить задачу, с которой они скорее всего справятся. Мы взяли людей совершенно без опыта выступлений на про-сцене, только опыт матчмейкинга. У нас есть цель – построить команду на перспективу». И за это Virtus.pro большой-большой респект, то что рискуют и пробуют играть через молодежь. Кстати, Алёша, вторая причина. Это Соло, человек с хорошим багажом опыта, за плечами у которого огромное количество побед. Если посмотреть на список команд, за которые он играл, из самых топовых это Релакс, Рокс Кидс, Империя, Вега. Сейчас на ваших экранах список достижений Алексея, начиная с 2014 года. То, что Соловыч умный человек, говорит и то, что он менялся в течение своего пути становления. Глупый человек не замечает своих ошибок, а умный признает, делает вывод и меняется. Не буду вспоминать 3-2-2, но вспомню его хорошего друга Дреда и старые атмосферные рофильные стримы. Видно было, что Андрей, который Дред, очень веселый человек, и ему не хватало серьезного подхода к делу. И Соло смог отказаться от тесного общения с ним, чтобы развиваться как профессионал. А это очень важно. И потом карьера Соло пошла в гору. И понятно, что все тонкости, нюансы он уже давно прочувствовал, но есть еще одно важное «но» — это характер. Алексей кажется очень терпеливым, грамотным и позитивным человеком. И это способствует хорошей атмосфере в команде, что крайне необходимо для комфорта, особенно молодому эпилептику. Вот представь, что ты молодой парень, и ты приходишь в самую громкую команду СНГ. Ну а Dota Community, конечно, очень токсичная, на тебя душат, на тебя давят со всех сторон, на тебе сложно, и когда у тебя капитан адекватный, очень приятный и воспитанный молодой человек, это, конечно, типа морали очень сильно бустит, и со временем это дает свои плоды. Кстати, по статистике, самый задаваемый вопрос на моем канале – это «Когда играет Virtus.pro?». Я отвечу. ВП играют с 28 по 30 ноября, а потом с 1 по 6. Все матчи будут стримить на втором канале, так как на этом сейчас лежит страйк, и трансляции мне недоступны. Матч стартует 28 ноября, то есть завтра в 15:00 по московскому времени. Я вас всех буду рад видеть на стриме, ссылка на второй канал будет в описании и закрепленном комментарии. Третья причина, так и назовем, Virtus.pro. Это огромная организация, у которой есть ресурсы во всех аспектах, чтобы предоставить комфортное развитие команде. Финансовая составляющая, когда ты спокоен завтрашний день и у тебя солидный контракт. Достаточно большой штат сотрудников, при необходимости психолог. Я думаю, что сейчас это важнейший пункт для молодых игроков, потому что нужно помогать справляться с давлением своего, особенно эпилептику. И у медведей есть на это, конечно же, ресурсы. И, очень важно, уютный буткемп. Можете поискать, посмотреть видео про буткемп Virtus.pro. Домашняя атмосфера, уют позволяют чувствовать себя в блаженстве и спокойствии и спокойно тренироваться. Это третья причина. Ну а мы идем дальше. Четвертое – это желание игроков проявить себя. Выступает за самый известный тег в СНГ на данный момент. Если спросить большинство профессиональных игроков, где бы они хотели играть, ответ вполне очевиден. В разы бустит твою медийку при условии хороших выступлений. Всегда приглашение на крупные турниры и опять же мотивация зарабатывать деньги. Рекламные, личные контракты при наличии хороших выступлений – все это будет ждать игроков. Медийка. Давайте остановимся на этом пункте. Я лично не знал, кто такой Сейв и Эпилептик. Что-то где-то слышал, но не более. Сейчас важнейший момент для Егора и Виталия. Если они себя ярко проявят, то безбедное будущее стримера их точно ожидает. Или место в команде чуть пониже рангом. Но, конечно, главная цель – это остаться в Virtus.pro и закрепиться на тир-1 пьедестале. Потому что Solo, No One, Resolution уже давным-давно всем все доказали. А вот Эпилептик и Сейв, у них еще все впереди. И это была четвертая причина. И пятая, последняя причина – это, конечно же, глобальный апдейт, который кардинально поменял геймплей и вообще смысл игры. Сейчас все команды с жадностью поглощают информацию о новом патче. Дота становится отчасти меньше о фарме, а больше о файтах.
Медведи не исключение. А если вдуматься, то каждый индивидуально в команде очень сильный игрок. И новый патч — это серьезный шанс сбиться за топ-место. Ресурсы, опять же повторюсь, есть у организации, чтобы много людей изучало доту. Да и видно было, что у Нуна и Соло не было желания играть на старом патче. Не удивлюсь, если это была и та самая причина странных пиков от Virtus.pro, которые всех раздражали. Апдейт, в свою очередь, должен вдохнуть глоток свежего воздуха и подогреть интерес игроков. А с интересом приходит желание, а с желанием – результат. Ну вот и все, ребят, видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, пишите в комментарии. Если хотите топ-5 причин, не топ-5, получается 5 причин, почему Virtus.pro ждет провал, вы можете поставить лайки. И если мы 300 лайков набираем, то следующее видео на канале будет 5 причин, почему Virtus.pro ждет провал в новом составе. Большое вам спасибо за просмотр и пока-пока.